Основной приоритет развития города – повышение качества жизни населения на основе устойчивого экономического роста, повышение инвестиционной привлекательности, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. В 2015 году сохранится устойчивая положительная динамика основных макроэкономических показателей. Планируется формирование оборота базовых отраслей экономики в размере почти 63,5 миллиарда рублей. Темп роста в сравнении с уровнем 2014 года составит 107%. На 1 ноября 2014 года семьям, имеющим 3 и более детей, предоставлено 805 земельных участков. На сегодняшний день в Управлении имущественных отношений осталось порядка 60 заявлений от семей, которым в 2014 году не хватило земельных участков. В настоящее время проводится работа по изысканию и дальнейшему формированию земельных участков для граждан, имеющих 3 и более детей. Администрацией города обеспечено софинансирование выполнения проектно-сметной документации по 4 инвестиционным объектам, обеспечивающим инженерным сетям 278 земельных участков в общей сумме контрактов 7,5 миллионов рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1,5 миллиона рублей. Продолжается оформление исходно-разрешительной документации для участия в 2015 году в конкурсных отборах по проектированию инженерной инфраструктуры к еще 468 земельным участкам, выделенным семьям, имеющим 3 и более детей. При включении всех объектов в подпрограмму «Жилище» на 2014-2016 годы государственные программы Краснодарского края инженерной инфраструктурой будет обеспечены 8 жилых массивов, где проживают 523 семьи. На сессии рассмотрели 9 вопросов. От уплаты земельного налога освобождены муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения. Решение Совета об установлении налога на имущество физических лиц приведено в соответствие с действующим федеральным законодательством. Порядок исчисления налога не изменился. В соответствии с последними требованиями бюджетного Кодекса России приведено положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Принято решение о проведении 10 декабря публичных слушаний по проектам решения Совета об индикативном плане социально-экономического развития и бюджете муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. Депутаты утвердили отчеты о выполнении индикативного плана на 2013 год, о ходе выполнения плана социально-экономического развития и об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года. Оборот базовых отраслей экономики в 2013 году составил более 54 миллиардов рублей и на 11% превысил уровень 2012 года. Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Анапе за 9 месяцев года, также характеризуется положительной динамикой большинства основных показателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, исполнение бюджета по доходам составило 108,1%. Внесены изменения в бюджет 2014 года. Его доходные и расходные части увеличены. Анапа получила гранты за победу в краевом конкурсе на звание «Лучший совет молодых депутатов Краснодарского края», за 3-е место в конкурсе на самый благоустроенный город Кубани и за достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления.